Ничего не вживали вчора? Вчора? Ну, так, на отдыхе. Да. Здрасте. Здрасте. Ого. Что? Не, играл от вас слышал, что называется. Руслан, набирай цифру, что ты вообще предлагаешь, что, чтобы это все не оформлялось? 3 года лишения, либо штраф 6800 минималка, плюс там все штрафплощадки, это все остальное, тебе станет десятку. Ну, сотка баксов, наверное, скрипит. Это не серьезно. Ну, Руслан, ну говори серьезно, давай предлагай серьезно. Ну, вы понимаете, ну, с отдыха, какие там уже осталось. Ну, блин, ну что, ну сколько, ну до 3 там. Это 200, ну, потому 200 ты уехал. Ну, подумай хорошо, что надо. 30 берем. Всю ночь бухал. Да не, ну, поплыл это сам. Ну я тебя могу поздравить, мы договариваться не будем. Ни за 100, ни за 200, ни за 300, ни за сколько. Говорим, ну чего? Зачем мне лишний разговор? Это дорогое удовольствие. Сколько ты найдешь? У тебя с собой сколько? Сотка. Есть. Ну и что? Пойдешь сотка. Ну у меня у брата сотка еще есть. Ну давайте съезжу, заберу. Ну, если ну брат... Звонить нереально, но он не приедет. Я уезжал, я хотел его с собой. Приеду. Ну, блин, ну че хуяр, ну выпили трошки. Если брат вот так вот еще американскими находит, то договоримся. Ты ложишь сотки и брат так. Добрый день, товарищ мой. Як ваш ничего? Документы сюда, бля. Документы отдал? Тихо. Я за машине не ехал, слышишь ты? Попали вы, да и все. Угу. Юрий Витальевич, вы зря так с нами.